Мы оказались одни, в чужой стране. Мы не знаем языка. У нас нет документов для того, чтобы жить здесь. Мы не знаем, куда идти. Мы не знаем, где искать людей. У нас нету друзей. Сейчас мы находимся в месте, с которого все началось. Это наш первый Бейт-Хабад. Мы приехали сюда, в эту небольшую квартиру, и начали здесь свою деятельность. И несмотря на все сложности, которые встречались на нашем пути, когда мы сделали первые уроки, первые субботние трапезы, пригласили в наш дом новых, первых евреев, с которыми мы здесь познакомились, мы увидели большое благословение. Перед нами начали открываться все двери. У нас появились новые друзья, у нас появились партнеры, благодаря которым мы смогли добиться новых результатов. И вот наш результат. Улица Вальцаль, 17, и наша первая синагога, в которую мы переехали после квартиры. Это место очень особенное. В годы Второй мировой войны с этого места забирали евреев и отвозили в концлагеря. Поэтому, когда мы получили это место и узнали про то, что там происходило перед этим, нашим святым долгом было осветить его, осветить хорошими делами, которые совершались в этой синагоге, где и зарождалась наша еврейская русскоязычная община города Вены. И вот в начале марта, на мой взгляд, это место выполнило свою самую главную миссию. В начале марта мы приняли сюда первых еврейских беженцев, которые приходили сюда, которые получали здесь каждый вечер прекрасные ужины. И, казалось бы, на первый взгляд, несколько сот квадратных метров принимали сотни людей, которые приехали в большом стрессе и получали здесь много теплоты, любви и первой помощи. Людей становилось все больше и больше. Мы приняли около 1200 человек. Места в этом помещении уже не было. И мы приняли решение, что мы должны найти новое помещение. И Всевышний нам помог в этом. Спустя года мы открыли JRCV общинный центр. Сейчас мы находимся возле его входа в самом сердце города Вены. В начале марта мы приняли более 1200 еврейских беженцев из Украины. И эти люди обрели здесь, в нашей общине, настоящий дом. Второй дом, а сейчас он стал для них основным домом. В этом центре на 1000 квадратных метров есть много любви, много заботы и много желания помогать другим людям. Много уроков Торы, банкеты, шабатные трапезы, свадьбы, обрезания. Мы открыты для всех, и мы приглашаем всех вас прийти к нам в JRCV. Несмотря на все трудности, которые были на нашем пути, и, скорее всего, будут, мы знаем, что когда ты делаешь правильные вещи, когда ты делаешь это искренне, у тебя обязательно будет успех.